найти новые молодые таланты и помочь им в развитии, творческим коллективом Дворца культуры имени Наймушина был разработан проект «Арт-прорыв». Первый его этап прошел 14 апреля. К участию в конкурсе приглашались жители города и района, не имеющие профессиональную подготовку. Какие номера представили конкурсанты, смотрите в следующем материале. «Арт-прорыв» – новый необычный проект, направленный на выявление и развитие личностного потенциала и творческих способностей одаренных детей. Заявки на участие принимали от всех желающих, не имеющих образования в заявленной номинации, а их было несколько. Хореографическое и вокальное искусство, оригинальный жанр, куда вошли акробаты, пародисты, гимнасты, дрессировщики. В номинации «Копирка» можно было продемонстрировать сценическое воплощение музыкально-хореографических фрагментов из известных отечественных кинофильмов, концертных выступлений из известных исполнителей. Большинство конкурсантов танцевали и пели песни современных поп-див. Говорят, талант – это ценный дар, а каждый человек – это целый мир, порой со множеством нераскрытых талантов. Заметить заложенный от рождения потенциал, выявить его, а затем воспитать и развить одаренных детей – процесс продолжительный. Жюри, в состав которого вошли музыкальные педагоги, хореографы и общественные деятели, оценивали способности участников по шестибалльной шкале. В завершении баллы складывали и в каждой номинации определяли лауреатов первой, второй и третьей степени. Им вручили дипломы и кубки. Также победителям было предложено участие в городских мероприятиях Дворца культуры имени Наймушина, что поможет выйти на следующий уровень, получить профессиональную подготовку. Первый этап арт-прорыва завершен. Следующий планируют провести ближайшей осенью. Алена Феоктистова, Александр Килин. Информационная программа «Северный город».